Все оборудование и городские сети уже переведены на зимний режим работы. Тепло поступило в 90% домов. Но пока все-таки есть не у всех. Причина чисто техническая. Дело в том, что запуск отопления ведется в три этапа. На первом запускается лишь 40-50% жилых домов. Потом, значит, вся вода, которая с этих домов уходит на котельные, она догревается, выходит в нормальный режим. На следующий день запускается еще порядка 30%, 35%. И последний день, оставшиеся 25%, также будут запущены. Этот процесс займет около 3 дней. В случае же, если в этот срок батареи не станут горячими, в зависимости от способа управления, нужно обратиться к поставщику тепла. Таких, помимо Сочи Теплоэнерго, насчитывается 21. Информацию по отсутствию отопления нужно передать в оперативно-диспетчерскую службу города. Оттуда информацию направят в теплоснабжающие организации. По всем вопросам, связанным с отоплением, сочинцы могут звонить по телефонам, которые сейчас на экране.